Итак, всем здоровки, с вами, как обычно, Серега. Вот, ребят, я извиняюсь за то, что у нас долго не было стримов на канале, не выкладывались видосики, хотя, да, мы там обещали, но у нас возникли такие, скажем, недопонимания с компанией Clash of Kings, вот, некоторые разногласия. Я думаю, что мы постараемся в ближайшее время все эти, скажем так, недоговоренности, недопонимания устранить, дабы не приносить неудобства нашим зрителям. Вот, поэтому суть сегодняшнего видео такова. Вот, запускается новое событие, с чем-то оно схоже с драконьим полем битвы. Ну, награды немножко там разнятся, конечно же. В драконьем поле битвы у нас там золото присутствует, некоторые предметы в рознь, скажем, от того, что будет сейчас. Данная битва будет называться «Поле битвы драконьего судна». Не могу сказать, как оно будет выглядеть, что это будет за битва, но я проведу стрим в среду. В среду будет стрим, будет битва, поэтому вы можете прийти, посмотреть, ознакомиться, как будет проходить данная битва, что там ведут, суднами мы будем биться или обычными замками. Поэтому вот так, еще не тестировал, поэтому приглашаю на стрим в среду. Кто не сможет, тот сможет посмотреть записи. Так что вот так, давайте сейчас пройдемся по наградам. В принципе, я отклонюсь сейчас, суть подачи заявки такая же, как и Драконья битва. Вот, топ-50 альянсов, выбираем также 50 игроков, R4, R5 имеют возможность выбрать тех, кто будет участвовать. Я как бы участвую в данной битве, поэтому в среду я проведу стрим, мы сможем с вами все вместе посмотреть, я протестировать и посмотрим, насколько это все, как это будет происходить. Сейчас давайте просто пройдемся по наградам, что нам предлагают разработчики в данном событии, какие именно награды. Как бы по драконьему полю битвы мы понимаем, что там чем больше очков, тем лучше, за 200 очков там, соответственно, более богатые награды. Здесь, ну, немножко попроще, тут, по-моему, достаточно 100 и больше очков, чтобы получить, скажем, такие вот глобальный расширенный шар, кристалл, и 5 штучек, глобальный общий кристалл, 10 штучек, волшебный кристалл, 100 штук по 500. Магический ключ, кстати, очень и очень нужный, 15 штучек. 8-х часовых ускоров 50 штук, 50 миллионов еды, 50 миллионов дерева, 8 миллионов железа и 2 миллиона мифрила. Это при зарабатывании, скажем так, очков 100 и больше. Если вы набрали от 80 до 100 очков, соответственно, награда немного меньше. Глобальный расширенный кристалл 4 штуки, глобальный общий кристалл 9 штук. Так, волшебный кристалл 500 на 90, магический ключ 13, 8-часовых 45. Вот, 45 того, 45 этого. Ну, чуть-чуть меньше. Так, при количестве очков от 50 до 80, 4 глобальных расширенных кристалла, глобальный общий 8, магический ключ 12, 48 часовых ускоров, 40 миллионов еды, 33 ляма железа и лям 600 мифрила. Так, и если вы ничего не заработали, ну, грубо говоря, от 0 до 50, но ваш альянс победил, соответственно, 3 расширенных кристалла, глобальный общий кристалл, магический ключ, 38 часовых ускоров. Кстати, вся суть сейчас завязана на ускорах. Из свит-магазина, к сожалению, их убрали, но сегодня назад их вернули. В количестве 10 штук можно приобрести в свит-магазине. Здесь также, если мы участвуем, также добавили ускоры 8-часовые. Кстати, очень-очень хорошо. Не столько ресурсы, сколько ускоры сейчас. Очень важны. Так, если ваш альянс проигрывает, оно набирает больше 100 очков, соответственно, получаете 4 расширенных, глобальный общий 8, магических 12, 48 часовых. В принципе, неплохо так. Неплохо. Единственное, что урезает по кристаллам для магии. Так, в принципе, если вы вышли, ничего не набрали, получить 15 8-часовых ускоров
тоже колосника. Поэтому, как это все будет происходить, ребята, как это все будет выглядеть, мы с вами сможем увидеть в среду на стриме. Время я говорю заранее, в принципе, те, кто подписан, тем придет уведомление, что у нас началась прямая трансляция, постараемся что-нибудь разыграть после стрима, ну и заодно посмотрим, что нас ждет. Так что всем, ребятки, спасибо, извиняюсь за такой перерыв, в будущем мы немножко поменяем концепцию нашего канала, так что следите за новостями, всем спасибо, всего доброго.